Вы смотрите программу «12 созвездий». Какой прогноз подготовили астрологи с 19 по 25 декабря? И каким знаком зодиака на этой неделе особенно улыбнется удача, узнаем прямо сейчас. Символ наступающего 2023 года – черный водяной кролик. Милый и дружелюбный зверь, обещающий спокойствие и стабильность. Как же угодить хозяину будущих 12 месяцев? Астрологи считают, что 2023 год принесет в наш мир процветание и благоприятные перемены. Кролик олицетворяет семейственность, поэтому можно ждать, что наладятся дела в семейных отношениях, а в доме воцарит уют и хорошая атмосфера. А что же в этот год лучше всего подарить? Материальная ценность подарков не важна. Глубокую смысловую нагрузку несет все то, что сделано с любовью или куплено с заботой о близких. Помимо сувенирных украшений в виде кролика и кота, можно подарить теплый плед или набор для рукоделия. Главное – от всего сердца. А пока узнаем, что же нас ожидает на этой неделе. Овны, на этой неделе успех будет сопутствовать вам, но только если вы не станете лениться и постоянно откладывать дела на завтра. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Во вторник лучше не попадаться на глаза начальству, в пятницу поберегите здоровье. Выходные вас порадуют встречи с близкими людьми. Тельцы, вы рискуете стать объектом для сплетен, особенно если вам есть что скрывать. Возможны серьезные изменения в планах из-за финансовых проблем. В четверг 7 раз подумайте, прежде чем вступать в какие-либо конфликты. В пятницу крайне нежелательно проявлять агрессию. Этот день благоприятен для восстановления гармонии. Близнецы, на этой неделе карьерный рост вам обеспечит жажда разнообразия и новизны. Однако придется приложить некоторые усилия, чтобы сосредоточиться на конкретном деле и постараться довести его до конца. При удачном стечении обстоятельств денег станет больше, проблем гораздо меньше. Вы сейчас идете навстречу своей мечте. Раки, у вас может появиться возможность заняться новым делом. Вам необходимо реалистично посмотреть на многие вещи. Возможно, пришла пора принимать жесткие решения. Постарайтесь сосредоточиться на том, что касается ваших интересов, и подальше отодвинуть от себя назойливые мысли, которые вас постоянно отвлекают. Хорошая неделя для продвижения по служебной лестнице. Львы, не обращайте внимания на некоторые странности в поведении ваших знакомых. Они не изменились, просто вам хочется новизны отношений. Вы сейчас, как никогда проницательны, используйте это состояние для прояснения загадок и тайн вокруг вас. Для Дев неделя способствует подведению некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях. Вполне вероятно, что вы просто неверно оцениваете ситуацию. Изменить прошлое вы можете только изменив к нему свое отношение. Прислушайтесь к внутреннему голосу, расставьте приоритеты, уделите побольше внимания личной жизни. Детям необходим ваш совет. Весы. Особенно ярко проявится ваша целеустремленность и самодисциплина. Вам легко будет реализовывать свои творческие замыслы. Результативные и приятные будут дальние поездки и командировки. В четверг и пятницу проявите чуть больше внимания и доброты к окружающим. В выходные вы получите истинное удовольствие от общения с друзьями. У скорпионов появится возможность реализовать свои планы. Не бойтесь рисковать. Вас порадуют успехи в работе и приятные перемены в личной жизни. Оригинальность, живость и открытый ум позволят вам справиться со многими проблемами. А врожденная дипломатичность поможет завоевать авторитет среди коллег.
Стрельцам желательно с осторожностью отнестись к новым знакомствам. Планируйте, дерзайте, не отступайте от намеченной цели. Вы взвалили себе на плечи слишком большой объем работы. Может быть, лучше его разумно сократить? В четверг соберитесь и блесните всеми своими талантами на публичном мероприятии. В выходные ваша общительность сделает вас душой любой компании. У козерогов наступает время подведения итогов. Поверьте в свои силы, сейчас наступает благоприятный момент для решительных действий. Зависимость от начальства будет смущать вас, но ее компенсируют денежные поступления. В четверг можете рассчитывать на помощь друзей. Водолеи, постарайтесь усмирить свои амбиции, иначе ваш авторитет может оказаться под угрозой. В среду может прийти хорошее известие. Сейчас не время отстраняться от действительности и уходить в мир иллюзий. Вам не стоит проявлять сентиментальность и нерешительность. Рыбам не лишний будет задуматься о смысле жизни и о своем месте в этом мире. Не мелочитесь, намечайте глобальные цели. Пришла пора разбираться со старыми проблемами и по-другому строить отношения с окружающими людьми. В выходные позвольте себе полноценно отдохнуть и набраться сил для следующего рывка. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. Смотрите гороскоп на телеканале «Видное ТВ» и будьте счастливы!